Иное измерение русской культуры. Ответ Бенедиктова на стихи неизвестного автора. Читает Евгений Брасов-Брушковский. Се за стих мой нечестивый, в лету канувший без спора, от одной души правдивой удостоен я укора. Не в краю же я пустынном, нет, не все на свете глухо, есть же в сердце хоть едином искра жизни, светоч духа. Сердце то не охладело, ни одной земле послушно, и за божеское дело восстает неравнодушно. И его укор мне строгой, крестной замкнутой печатью, над душой моей убогой веет горной благодатью. Сознаюсь, всем мире бренном, средь прошедшего развалин, при движении современном, я одним был опечален, тем, что старые лжи, оковы давят лучшие стремления, и для сердца нет обновы, нет для духа обновления. И с неправдой неразлучен, беззаботно, в виде стада, грузом зол своих навьючен, мир идет путем обряда. Всюду с духом я встречался фарисейство, лицемерие, и в отчаянии склонялся над кромешной тьмой безверия. И хотел в часы боренья, чтоб сменился для безверца хоть бы сумраком сомнения мрак тоскующего сердца. Я просил, я жаждал чуда, я хотел разрыть могилу, гроб расторгнуть и оттуда вызвать жизненную силу. Бог смиряет вольнодумца. Чудо есть. Из тайной сферы прилетел на клик безумца безыменный отклик веры. Читано по изданию сочинения Владимира Григорьевича Бенедиктова под редакцией Якова Петровича Полонского. Второе посмертное издание. Том 1. Санкт-Петербург, Москва. Издание поставщиков Его Императорского Величества товарищества Вольф. 1900 второй год.